Согласно трудовому законодательству, после ухода экс-губернатора Александра Ткачева, все они отправлены в отставку. По решению Вениамина Кондратьева, до сентябрьских выборов главы региона они продолжат работать на прежних местах, но уже в статусе исполняющих обязанности вице-губернаторов. При этом есть и ряд заместителей, которые не сохранили свои полномочия. Я принял решение. Для меня оно непростое. Потому что с теми, с кем я не буду продлевать контракт, меня связывают определенные годы совместной работы. Но тем не менее, оно таково. Это Лукоянов Вадим Александрович, Горкуша Сергей Валентинович и Золина Галина Дмитриевна. Хочу отметить их профессионализм. Но в отраслях, которые они курируют, необходимо кадровое обновление. Остальных коллег я прошу продолжать исполнять свои обязанности до избрания главы администрации Краснодарского края. Напомню, Галина Золина курировала на Кубани социальную сферу. Сергей Горкуша отвечал за сельское хозяйство, а задержанный ранее по подозрению в превышении полномочий Вадим Лукоянов был ответственным за промышленность и энергетику края. В отставку также в Рио губернатор отправил 9 советников. К слову, первое сокращение штата помощников главы региона состоялось на прошлой неделе. Тогда Вениамин Кондратьев уволил 16 советников.